Всем привет! 26 июля, конец дня. Смотрим на то, что у нас тут за день цвело. Немножечко повредилось дождем. Это Reyniez Delight. Вот. На самом деле не самый... Вот тут еще есть цветочек, но он уже отцветает. В этом году он немножко облазит. Вот, есть мнение, что это происходит от росы, от воды, и многие коллекционеры лилейников и те, кто их продают, они эти бутоны там стараются от росы защищать, но мне, если честно, некогда. Поэтому Reyniez Delight, ну, бывает и такой. Можно полюбоваться на него всякого. Я надеюсь, тут еще, в принципе, смотрите, вон сколько цветоносов. Бутоны. Это все тоже он. Должна заметить, кустик хорошо разросся. То есть его прислали из двух деленочек. Вот и эти две деленочки довольно быстро превратились в кустик. Так объединились и стали одним немаленьким кустом. То есть для сравнения, вот сейчас я покажу. Вот это вот. Это Голдензилла. Она сидит здесь, наверное, лет 7. И такая. Reyniez Delight. Ну, где-то года за 3-4, в общем, разросся. Так что цветок растет очень хорошо. Если не вода, то цветочки очень красивые. То есть у них очень приятный розовый оттенок. Ну, постараюсь поймать приличные цветки на нем.